утро, дорогие друзья. Продолжается наш веселый утренний бал «Маскарад». И сейчас у нас в гостях замечательная девушка. Это Маки Нишикина, которая приехала к нам из самой Японии. Правильно? Да. Доброе утро, Маки. Расскажи, пожалуйста, про свой персонаж. Я обычный человек, такой же, как и вы. Я могу грустить, я могу смеяться, я могу быть доброй и злой иногда. Но сегодня я просто в отличном настроении, потому что на кону Новый год. Я здесь специально, чтобы поздравить перемыков с этим прекрасным праздником и провести здесь время. Расскажи про свой костюм. Нам очень интересно, зачем тебе крылья, зачем тебе рожки? Мне кажется, я немножечко спутала праздники. Видимо, пыталась приехать на Хэллоуин, а приехала к вам на Новый год. Но я надеюсь, это не проблема, потому что я уже здесь. Может, я немного запоздала, но я все равно хочу поздравить пермяков. Пожалуйста, тебе слово. Мы ждем от тебя прекрасных напутствий на 2019. Хорошо. Пермяки, я очень хочу поздравить вас с Новым годом. Я хочу, чтобы он был немного дерзкий, но в то же время веселый и удачливый, чтобы вы никогда не опускали руки и шли пермяком в ваше светлое будущее. Хороших вам праздников! Пусть наступающий год будет самым удачным. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы. С новым 2019 годом!